Евгений Седых, и рядом со мной сегодня защитник ЦСКА и сборной России Иван Ухов. Вань, привет, как дела? Всем привет, все отлично. Вопрос классный спрашивает. А там, говорит, это Курбанов на заднем фоне в белой безрукавке играет? Не, Курбанова здесь нет. Да, Курбанова нет. Там Баламбой и Питерс. Еще один русский, да. Здесь очень много вопросов, и тебе, Ваня, ты лучший. Спасибо. Вот, пожалуйста. Спасибо. Не говорите этого слова. Старые друзья ЦСКА, Юпис. Япис. А мне нравится Юпис. Играли ли вы хоть раз в жизни на стадионе? Честно говоря, нет. На баскетболе не была. В детстве играла в баскетбол, но вот такой. В баскетбол играли? Спортивный зал, да. Тут все серьезно, красота прям. Поздравляю с наступающим Новым годом! Спасибо, и также взаимно поздравляю всех с наступающим Новым годом! Какой у тебя запланирован Новый год? Хоть шампанского, глоточек сделаешь? Ну, это обязательно процедура, думаю, каждого россиянина перед телевизором. В фойе Мегаспорта раздают шарики, раздают печенье. Печеньки, да. Да, ты знаешь, я знаю, да. Я не взял пока, но я знаю. Я тебе принесу. Приходите на Мегаспорт обязательно. Еще огромное количество игр Евролиги. Январь, февраль, март и до середины апреля. Мы здесь всех вас ждем.